Сегодняшний урок мы посвящаем простейшим моделям типа летающего крыла. Начиналось все с небольших наборов, которые я разработал специально для нашего кружка. Мы делали вот такие небольшие наборы и раздавали на детских праздниках и в школах, когда осуществляли презентацию. Предельно простой самолетик. Все наши ребята, которые поступают к нам в кружок, начинают именно вот с этого самолета. Самый простой самолет. То есть все режется по прямой. Вот, и самолет может собираться даже и без клея. То есть собирается достаточно просто. Все пазики вставляются. Раз, два, три, четыре. И у нас получается хвостовое оперение. А также из трех заготовок у нас получается кабина. Все. Самолетик очень простой. Вот. Быстро собрали, быстро полетели. Кто хочет, тот может этот самолет склеить, вот, и запускать более прочную, так скажем, модель. Поскольку самолет этот весь пенопластовый, он абсолютно безопасен для телевизоров, для люстр и окон. То есть можно запускать дома. Вот. У кого есть желание, они могут раскрасить самолет, чтобы он был красивый. И поскольку вот эта вот идея для начинающих пилотов делается очень просто, и летит она, кстати, очень даже неплохо. Вот. И после того, как я изготовил вот эту модель, я решил сделать вот такой вот мотор на крыло. Такой вот, он очень похож. Единственное, что добавлены рулевые поверхности. Вот. Поскольку у него 2 киля и нет рудера, вот, эту функцию выполняет флаперон. То есть у настоящего большого крыла есть флапероны и элероны, которые отвечают за крен. Вот. А флапероны, они выполняют одновременно функцию по крену, функцию элеватора. То есть соединяют в себя несколько функций. Здесь вот у меня есть кабина, в которой размещается все управление. Вот. И здесь вот есть вырез, куда будет устанавливаться двигатель. Система тоже достаточно проста, она состоит из трех слоев потолочки. Раз, два, три. Для прочности. Для прочности они окантованы палочками, обыкновенными палками. Вот. И здесь вот крыло тоже окантовано для прочности рейкой. И флапероны тоже для прочности проклеены рейкой. То есть достаточно простая модель. Все рулевые поверхности наклеены на обыкновенный скотч. Более подробное его изготовление вы можете посмотреть в видео фотографии, которые будут выложены мной под конец моего занятия. Вот я его покрасил достаточно ярко, для того, чтобы очень было хорошо различать, где у него верх, где низ, то есть в полете он там летит, и мы его видим такого красивого. Здесь будет устанавливаться небольшой мотор с регулятором. Здесь вот он стоит, небольшой мотор с небольшим мотором. Этого вполне хватает для того, чтобы самолет поднялся в воздух и выполнял простейшие фигуры пилотажа. А здесь будет установлен у меня моторама, сюда будет установлен мотор. Регулятор будет спрятан в фюзеляж. Вот. И питание этого маленького моторчика будет тоже самое осуществляться от небольшого аккумулятора. Вот. 180 мАч, 7,4 вольта. Этого вполне хватает. Вот тяга этого моторчика в районе 300 грамм. Наш аппарат весит 150-180 грамм. Это примерно энергия в два раза больше веса. То есть теоретически он, конечно, может даже вот зависать вертикально. Но у этой модели вряд ли это, конечно, получится, потому что у него нет рудера. То есть, когда мы зависаем вертикально, на самолете стандартной конструкции, надо рулить всеми плоскостями. Элеронами, вот, элеватором, рудером. То есть, кратковременно он может, конечно, повисеть, но сделать, допустим, силовую бочку. Силовая бочка – это вот такая фигура, когда самолет висит и проворачивается. Он, конечно, не сможет. Но самолет получился очень простой в конструкции. Вот. Вы можете посмотреть
и дома собрать такой самолет. И даже где-то там полетать. Тем более сейчас вроде как теоретически нам разрешено летать на небольших площадках. Ну, на даче там, подальше от людей и машин. Вот такая вот достаточно простая конструкция. Я вам рассказал путь от идеи самого простого нашего самолетика, самого простого, до достаточно серьезной модели, которая очень даже и неплохо летает. Вот. И на этом я урок заканчиваю. Более подробно посмотреть изготовление этого самолета вы можете в последующих иллюстрациях, где я отразил все этапы, как что клеить. Еще я дополнительно напишу текст, чтобы вам было совершенно понятно, как это собирать. До свидания!